Обучаться ратному делу катлашанка Ксения Нагорнюк начала недавно. Вместе с отцом они приехали на военные сборы, которые проходили на полигоне Низовка в Коряжме. Два дня жизни в реальных полевых условиях с автоматом, обучение и отработка тактических навыков ведения боя, ориентировка на местности, стрельба с использованием светошумовых патронов, учебно-имитационных гранат. После этого Ксения захотела посещать занятия в военно-патриотическом клубе «Ратник» регулярно. Мне очень нравится, что мой папа увлекается этим, конечно же, берет меня с собой. Я провожу свое время с пользой вместе с ним, тем более. Три раза в неделю по 2 часа. И плюс по выходным проходит подготовка на полигоне под Коряжмой. Огневая подготовка, тактическая, парашютная, медицинская. Самые основные, которые мы берем. Причем медицинская такая, не просто жгут наложить, вплоть до того, что мы можем капельницу поставить друг другу. Выбор Ксении в пользу такого вида досуга не случайен. По окончанию школы девушка мечтает поступить на связиста в Академию Можайского. Конкурентоспособность подтверждает богатым портфолио, в котором добрая половина – золотые награды. Участвовала в красе «Юная армия», взяла титул «Мисс Грации», это мое женственное направление. Также занимаюсь волейболом 5 лет. До этого занималась туризмом. 2 года ездила на российские соревнования по лыжам. В более раннем возрасте я занималась самбо, заняла 1-е место. Также участвую в зорницах от школы. Туристические этапы, разборки-сборки автоматов, стрельба, много всего. Я считаю, что любой вид внеурочной деятельности, дополнительной деятельности, будь то спортивные секции, будь то патриотическая направленность, она всегда ребят дисциплинирует. А дисциплина – это самое основное для достижения хороших результатов. И именно такие дети всегда у нас впереди. Военно-патриотический клуб «Ратник» существует в Коряжме 3 года. Богатая материальная база, спортзал, полигон, тир. Занятия регулярно посещают 25 человек, 15 из которых – молодежь. Взрослую группу мы начали буквально недавно, так как месяц назад я вернулся сам с курсов подготовки добровольцев, которые проходили на полигоне в Ахайске, где нас готовили действующие и ветераны-бойцы отряда «Ратник». И 10 дней мы жили почти круглосутки с оружием. То есть мы в 7 утра брал автомат, 22 часа я его ставил возле себя на вытянутую руку. И ночью мы ходили и в караулы, и тревоги были учебные, то есть все было. И вот 10 дней таких интенсивных занятий, я приехал, понял, что надо проводить занятия здесь. Так как люди, кто служили там 20 лет назад в армии, навыки все равно забываются, теряются, их надо постоянно держать в подогретом состоянии. Курсы специальной подготовки может пройти любой желающий. Занятия проходят на базе военно-патриотического клуба «Ратник» по адресу Коряжма, улица Советская, 17. По вопросам обращаться по телефону на экране.